Как нам нравится, когда к нам приходит стильная, качественная обувь. Олечка, вот в этой обуви мы можем ходить сами, можем нарядить своих детей и, конечно же, любимых мамочек. Да. Встречайте, дорогие друзья, самая модная обувь этого лета, слепоны. Называются они Ирена. Это потрясающая обувь, тем более, что она сегодня у нас представлена в трех цветовых решениях и размерный ряд потрясающий. Света, знаешь, в магазине была недавно и видела подобную обувь, но она стоила более 5000. Да, об этом мы тоже с тобой поговорим. Яркий голубой цвет. Видите, что наши слепоны оформлены и украшены кружевом. Второй цвет. Сирень, какой богатый. Но здесь не только сирень. В украшении есть различные переходы. Синего, зеленого, розового. А это персик. Самый светлый оттенок. Я знаю, что ты любишь, Оленька, такие расцветки. Давайте сейчас посмотрим и примерим слепоны Ирена на себя. Как они будут смотреться на ноге. А я хочу сказать сразу. Лучше брать на размер больше. Мы примерили слепоны Ирена. Они оказались маломерочками. Поэтому наша модель Арина, которая носит 39-й, выбрала для себя слепоны 40-го размера. Ну что ж, хотите полный законченный образ, который создан для нашей модели? Забирайте слепоны Ирена, положите в корзиночку заказа сразу, прямо сейчас. На размер побольше возьмите. Сочетайте вместе с капри кармелита, ну и туника радуга. Вот вам готовый образ. Солнечный, яркий и неповторимый. А самое главное, мне нравится, что эти цвета идеально вписываются под палитру радуги на тунике. Там тоже есть лавандовые оттенки. А сейчас, Оленька, пришло время посмотреть на качество. Я знаю, что сегодня в магазинах очень часто предлагают нам разные производители, но хочу сказать честно, давайте сейчас посмотрим на материал, из которого сделаны наши слепоны, на то, как они закреплены с подошвой, ну и, конечно же, на удобство внутри. Я вас обрадую. Во-первых, это текстильное полотно. И благодаря тому, что это текстильное полотно и внутри, и снаружи, ваши ножки будут дышать. Еще один плюс – зона пятки. Обратите внимание, что внутри нет никакого вертикального шва. Обычно виною вашим мозолькам то, что они образуются, это, конечно же, внутренние швы. Здесь настолько мягкая прослойка текстильной ткани, которая будет доставлять вам удовольствие. Это некая подушечка для ваших ножек. Это потрясающе! И цветовые решения яркие, и, конечно, блеск завораживающий, ажура, да, вот какого-то тонкого кружева, но при этом, конечно, надежного, да еще и удобства. Что еще нужно? Нужно просто набрать номер телефона и забрать свои слепоны Ирена. Ты знаешь, мне так нравится, что, во-первых, они еще и хороши, потому что внутри есть эластичные ленты. На всех слепонах, всех цветов эластичная лента подобрана тон в тон основному цвету нашей обуви. Я всегда обращаю внимание на такие детали, ведь это говорит о качестве производителя. Да, это здорово. То есть, смотрите, даже если у вас ножка склонна к отечности, эти слепоны будут подстраиваться под ваши ножки. Ну и, конечно, знаешь, вот смотри, как перебирают ножками нашу модель. Знаете, что обнаружила? Смотри, вот тут вот очень мягкая стелька внутри. Да, внутри не только мягкая стелька, Оленька, она еще и действительно имеет мягкую текстуру. Это я называю перинка для ваших ножек. Ну а сейчас давайте посмотрим на зону пятки. Я скажу вам честно, вот по Москве на работу от метро я гуляю именно в такой обуви, в этих слепонах. И хочу порадовать вас, что даже женщины, которые страдают плоскостопием, здесь мы видим фиксатор. Посмотрите, вот закреплена основа, которая не позволит стаптывать эту обувь. А значит, и ваши ножки будут здоровы, и обувь будет выглядеть как новая. А посмотрите, какой современный молодежный стиль создается со слепонами Ирена. Посмотрите, как искрится украшение. Потрясающий блеск. Представьте, как лучи солнца будут падать на ваши слепоны. Но мне еще очень нравится благородство кружева. Ведь мы с вами знаем, что кружево всегда это украшение, это аксессуар для вашей обуви. И согласитесь, производитель мог пойти легким путем, сделав слепоны одного цвета. Но это буйство ярких красок позволит вам еще и фантазировать с одеждой. Ну что ж, все три цвета сейчас мы хотим представить вашему вниманию, чтобы вам было проще определиться. Итак, это бежевый цвет, бежевый, нежный. Далее, сиреневый. И яркий голубой. И мне очень нравится, еще раз хочу показать вам, что эти слепоны будут подстраиваться под вашу ножку. Очень удобный полукруглый мысок. И ты знаешь, Оленька, я сказала о том, что как правильно подошва соединяется с основой. Здесь мы видим с вами, что по всему периметру наших слепонов идет специальная эластичная лента, прорезиненная. И благодаря воздействию температуры и специальному клею она присоединяется намертво к вашим слепонам. Их даже можно стирать. Стирать? То есть как это? Мы можем постирать вручную щеточкой?
стиркой. Мы можем постирать или на руках, или на машинке деликатная стирка. Забирайте свои слепоны, Ирена, будьте первой.